Детский врач Денис Фуголь приехал в Барнаул школьником. Тогда ему было 15 лет. Семья купила дом на Южном. С тех пор вся жизнь мужчины связана с этим поселком. Когда бываешь где-то в гостях в Барнауле, там, в других районах, там, когда с ночевой там где-то остаешься, то уже чувствуешь, что это не твое. На Южном лучше всего. Одно из любимых мест здесь – это аллея. Кстати, благоустроили ее в прошлом году, рассказывает доктор. И теперь зеленая территория особенно популярна у жителей. Южный как-то вот он умиротворение приносит, потому что когда в таком бешеном ритме работаешь, хочется потом вот в свою жизнь принести немножко покоя, чтобы так вот... Ребята, все переезжаем в Южный. Да, так успокоиться, так немножко себя привести в такой вот жизненный баланс немножко. Так приезжаешь домой, так пройдешься пешочком. Или на выходных даже вот походишь здесь, вот там так размеренно так погуляешь. Даже бесцельно там просто походишь, так идешь, так знакомые люди, там здороваешься там с одним, с вторым. Так вот элементарно даже на остановку приходишь, там видишь знакомые лица, там кого-то не увидел, там уже думаешь, как-то так странно, что-то этого человека нету. Именно таких зеленых уголков, уверяет мужчина, должно быть как можно больше во всем Барнауле. В день города доктор, конечно, желает краевой столице развития и процветания. Серьезным шагом для этого, рассуждает, стало бы благоустройство не только автодорог, но и пешеходной зоны. А еще было бы неплохо установить общественные туалеты, как, например, в Москве и северной столице России. Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком.